Ребята, Дима не хотел поехать с нами в горы, поэтому мы едем вдвоем. Да. И мы сейчас замаскировались, как смогли. В Ровно еще сейчас вот выезжаем. Уже ночь, час ночи. И мы хотим спать. Так. Зустріч була морально вбита просто. Вбита. 5 утра, и мы, короче, приехали уже в горы. Да, а еще знаете, что самое дивное, что девочка, яка сидела напротив нас, втекала в вагоні и думала, блин, десь бачу, кто ж це такі? А я такі їду і думаю, блин, что вона ще бачить в такому виде, коли ми именно зачухані з непочищеними зубами. Ну, нормально. Нічого страшного. Зато ми в горах. Да, ну ще тут нічого не видно поки, но потом ми вам покажемо. Короче, ребятки, привіт. Сем, не знаю, що в його блозі може бути цей відосик, але от вже світає за вікном. Коротше. І ми будемо зараз їхати в гори, і в нас якась тупа ідея. Ми взагалі не спали, щоб ви поняли, після вам зустрічі. Ми хочемо зараз поїхати в гори, потім спуститися з них і поїхати у Львів, і у Львові теж погуляти, а потім поїхати відразу в Київ. У мене таке відчуття, що я став хіпстером з довгою бородою, з красним кольором кофти і шапки, і подорожую по Україні. Але мені це подобається. Да. Краще так. Все. Як живуть моделі після фан-встреч? Після фан-встречі морально всі моделі в тому. Тому вони намагаються себе відновити і всі свої сили внутрі і зовні. Особисто для мене це гори. І Сем теж вирішив вдохновитися горами. Тому от, кава, енергетик, все вливаєте в себе і йдете в гори. Вдохновення, от. А що це ми робимо? Куди це ми йдемо? Я як Додік. Да, ми йдемо покорять вершини Евереста. Еверест. Що написати? Ранок, доброго ранку, щасливого весна. А дивись на небо. Ой, як гарно вообще. Дивись, ми сюди чи сюди? Взагалі. Це вроде на кладбище вообще. Сам, а ти знаєш, що тут вообще-то ведмедик? Да ладно. Почему? Так у нас нет ножа. Зажигалки. Що? Зажигалка є. А ми... Та ладно, ти що, не порвеш? Я, если честно, над этим думал, типа, я даже батя говорил, что, возможно, типа, ведмедя можно побороть. Потому что были раньше такие люди, которые ломали ведмедей, что не? Там, да, где... они не были моделями. Блин, горькая правда. Горькая правда про модели. Блин. Модель не побороть ведмедя. Да, нам с Мишей подарили вот такие вот хусточки. Хусточки, да. Тільки саме дивно, що Дімі подарили скелетом тобі з коноплею, а мені з собачками. Ну, з якимись косточками. А знаєш, мені та подруга пише така, типа, боже, я боялась, що тобі не понравиться, але я коли увидела твої носки, я так обрадувалася, тому що вони ідеально підійшли під них. А кстати, нормально, що вона ще дивилася на твої носки все? Ну, я думаю, да, норм. А мало б дивитися на твоє лице. Типа, вона мене оцінила повністю. Покорила полностью. Ну? Бандана. Так ты не ходил еще сюда? Что? На эту гору не ходил? Нет. А понял, я дуже люблю такие... Я дуже люблю такие неизведанные места, куда можно идти впервые. Все тогда кажется по-другому. Ага. Новые ассоциации. Шо так? Нарвемо вам квіти, всем, кто мне писал, Миша подарок квіти. Сейчас мешок привезу. Целый. Гірських квітів. Знаєш що? Нам треба. От я думаю, всім буде цікаво. Дуже часто говорять про те, що це беземоціональна
людина, я це сам кажу. Мені от цікаво, чи ти коли-небудь любив. Прям так, знаєш, щоб потеряти голову і все время об этом думати. Если честно. Думаю, нам сюда, нічі сюда. Ні, туди вниз, мені кажется. Mm. Дорога веде сюди. Честно, возможно, в детстве любил. У меня там была подружка, но она, короче, меня кинула, походу, понял? Сколько тебе было лет? Мне лет было 13-14. Mm-hmm. Короче, ну тогда я уже мог любить, мне казалось. Типа, и она меня кинула. И с тех пор я особо не доверяю и не могу, типа, заново кому-то довериться. Ну, в 13 років ти вже був такий, типа, зрілий, нормальний чувак. Чи це не можна назвати дорослою любов'ю? Я в 14. Взагалі, типа, рубрика «Інтерв'ю зі звіздою». Да, інтерв'ю зі звіздою, яка спрашує сама звізда. Так. Да. І ведучий Михаїл Кухарчук. Тут так круто пахне, вообще. Да, диви, як там гарно всередині. Зараз вам покажу. Ми заходимо в сосновий лес. Снимай, снимай, чекай. Тут багато папороті, ти щось так зробиш, да? І ми це вмонтуємо. Да? Вот. Типа зробиш... Зробиш вот так, типа. А потім викинеш. Я тебя больше нарежу, мне легче тебя идти снимать. Чого? Того. Прикольно, очень пахнет. Ребята, щоб ви розуміли, на самом деле... О, ну сюда покажу. Тут ще темно. Знаешь, мне кажется, мы выбрали там идеальное место для похода. Вот тут реально гарно. Ага, очень круто. Мы валим по такой тропинке прикольной, как будто реально. Она специально именно тропинкой и осталась, эта гора. Потому что по бокам идет обвал, что справа, что слева. Казка, Алиса в Украине. А тут еще даже вот какая-то дамба, строенная по браме. Здесь, походу, был ручеек когда-то. Подъем, капец, какой утомляющий. Но мы спортсмены, модели, мы не курим и не пьем, того мы... Что? Памперсы жуем. Короче, мы решили с Мишей... А что так темно, потому что я скажу, что еще утро, еще самое-самое сранья. И мы с Мишей идем и сочиняем рэп. Я первую строчку придумал такую. Зачем любить, чтобы в итоге ненавидеть. А Миша дальше сейчас продолжит. Спасибо, Сэм. Найти любовь, но в итоге потерять. Найти любовь, но в итоге потерять. А дальше еще не придумали. На. Гарніший десант. Дихвіле. Дихвіле в гори. Короче, ребята, це гора, яка називається Міша Самвел. Парашка. Не, ми назовемо його честь свою. Я думаю, здесь ще не вступала нога чоловічська. Це носочки, Сем. А Сем даже в гори попавши на носочки. О, восьмий гріб. Сем, а можеш? Що, сфоткать? Ні, мені хочеться, щоб ти зараз такою йшов звідти. Да, щоб звідти йшов на мене і просто тако по стежці йшов, добре? Давай. Я пройшов бок. Щоб ви поняли, Сем мені доручив відповідальну місію. Тримати селфі-палку, яку я тримаю вдруге в своєму житті. І да, і от, я блогер. Чи блогер? Блогер, блогер. Я блогер Михаїл. Блогер, Михаїл? Блогер — це той, хто пише статті під фоткою, понял? Угу. А блогер — це той, хто відео знімає. Я блогер, і мой влог називається Михаїл, превеликий мученик. Походи в гору. Походи в гору.
Да, Сэм по фешену вдівся, конечно, я б не хотів ще спасти. Взагалі-то ти мене вдів. Так що? Ти мені дав кофточку. Кофточку. А так, блін, тут, ну, тут нереально гарно. Я вже 10 кілограм загнав. Хорошо. Тут нереально гарно і на самом деле відчувається в повітрі кайф. А якихось таких, знаєте, хорошого життя, правильного відпочинку, здорового способу життя і якоїсь такої потрібності, правильності і хороших дружніх отношень. Тому от так. Да. Не хочеться. Подъем завжди тяжелий. Да, і це може. Це буде легше. В житті також. Ну да, я теж говорю. Це як цитата. Да, цитата великого Сема Туманяна. На самом деле. Напомни, сын мой. Подъем. Тут, кстати, так слизко. А? Тут дуже слизько, Сем. Ага. Кстати, ребята, щоб ви поняли, такі моменти ми коли проводимо часто з учасниками, з якими я дружу після проєкту, ми не говоримо про проєкт майже. Ми забули, де ми познайомились. І це дуже круто, що ми можемо спілкуватися поза межами проєкту і не дивлячись через призму проєкту. Тому от так от. Фух. Ясно? Ми вже почти, ще, мабуть, каме. Десь. Пошли. Красота-то какая. Короче, это жесть. Мы, блядь, зашли куда-то, а тут такие маленькие деревья. И мы сквозь них вот так вот проходим. Сейчас покажу как. Вот так сквозь вот эти дебри. Ну вот так вот шух, шух. Хоп, поднимаемся. Вон Мишка уже. Чикс. Сейчас, блядь, какой-то ведмедь выбежит. Да я дивлю, что там какая-то, короче, я даже не шучу, там какая-то куча листьев. Так там может кабанчик скрываться. Но если честно, мне кажется, он сам подскользнется и вниз покатится. Ну да, я хотел еще что-то верить. Ты чуешь, сколько тут сошок летает у этих? Вообще, мы уже близко били финала все. Подивись туда. Там виднеется, но нам этого мало. Поэтому только вперед. И вы как гарно все. Мох? Да, дыви. Это же вообще, да? Это нереально круто. Сними руку вот так. Да. Красиво. Очень. Значит так, ребята, мы сейчас уже находимся почти на вершине горы, и Миша собирает всякие листочки, папороть и так далее. Он сейчас делает букет для... Мы планируем поехать во Львов и организовать маленькую мини-фан-встречу, сказать буквально за час, за полтора, что мы едем туда, и чтобы пришло не так много людей, как вчера, придут только те, которым реально это нужно будет, и я думаю, что их будет не очень много. И мы разыграем среди них вот этот букет, который сейчас Миша соберет и сделает. Сейчас я вам покажу его. Вот. Так, это только пока начало. И вот. А дальше будет круто, потому что нам еще подниматься и подниматься. Вон туда. Блин, ну, круто по дереву поплыть. Короче, прикол в том, что мы с Мишей сошли со стежки, то есть сошли с тропинки и уже идем вообще по каким-то дебрям непонятным. И это все как-то странно.
Фух. Но зато, да, очень красиво. Я вижу следы всяких кабанов, медведей. И я думаю, мы их найдем сегодня. Фух, хорошо, что это не ты, бы я уже... Тропинка. Это уже не тропинка, это уже просто гремучий лес. Все. Ай, бешкетник. Я сейчас покажу вам, какой мы, блин, дорогой поднялись сюда. Это просто жесть. Вот так просто. Фу. Мы поднялись просто по прямой. Сошли с тропинки и поднимались тупо прямо. Это было безумно сложно. Еле-еле поднялись. Спотел, наверное, похудел на 10 кг. У меня вся спина мокрая, потому что там портфель. Миша уже упетлял. Он где-то впереди, но мы вышли наверх и пришли на какую-то тропинку. И мы уже по верху горы идем спокойно по тропинке. Но подъем был очень тяжелый, честно. Очень-очень-очень-очень тяжелый. Джейрадамадава. Джейкунджавихари. Мы идем с Мишей такие, а тут вы купаете. Фух. Дерево-призрак. Без корня. Жесть. Это стрёмно. Очень стрёмно. Тупо, ну, дерево есть. А вон такие легкие сцены. А корня нету. Как это так, алё? Тупо дня, вон сейчас падает. Мы поднялись наконец-то, ребята. Это вершина, чтобы вы понимали. Но ни хрена не видно. Видно только вот там вот. Вон там горы. Мы нашли просто везде, короче, вот идут деревья. И мы нашли просто вот такую вот лысую, не знаю, как сказать, лысую местность, типа, где мы могли присесть. Тут где-то кастрик полили. Вот. Мы с Мишей сидим. Миша мясо не ест. Завтракает. Помидоры и хлеб. Помидоры и хлеб. Бомба завтрак. Я сниму обзор, ты скажи, что ты хочешь сделать. Ага. Скажи. Короче, Миша сказал, что мы купили невкусные помидоры. И я хочу вот этот помидор запульнуть в дерево, проверить твою меткость. Да мне снять так, чтобы ты и дерево было видно. Ну да. Ну хорошо, тогда я сзаду тебя. Давай. Я не знаю, я попаду, но попытка не пытка. Подожди. Давай, 3-4 можешь кидать. Блядь! Давай еще раз. Да, это вы ее 3 спробуй. Ладно, 4 там чески. Давай. Бля, капец. Что-то не могу. Сейчас, это нормально. А это попаду? Нет. Я пошел за помидорами. Давай. Тики забрый все. Вот, я вам покажу, ребят, как тут гарно. Не упал. Не упал? Я ебнусь. Я це не зняв, Сэм. Не зняв? Нет. Так ти не знайдеш, вони покутились, Сем. А, зараз, нашов один. Помоч? Ні, один нашов. І достатньо одного. Так, одна вода. Давай так, я щоб... Я такий брейк-данс танцював, тільки що капець. Давай так, щоб розквасилось. Давай. Та бля, о. О, вообще, чорт, ну давай, давай ще ці дві мусо одна їсти. Ладно, ну. Давай. Давай. Труп. А прикинь? Не труп, а вот помидор сам расквашенный. Не, расквашенный не надо. Но. А просто гадюку за хвост. Съедим ее, пожарим, нашел один. Раз. И два. Достаточно. Ладно, пошли. Один. Все, Сэм, это тупо останется проба. Да. Давай, скажи, какие вдохновляющие слова.
О, природа, услышь меня по падению моей меткости, Все, сейчас должен попасть, сейчас нацелюсь. Ты буду хуярить. Хочешь сказать, ты знаешь, я какой-то лузер. Ну блин, я не знаю, что... Ну ничего, Сэм, главное, чтобы это было во влоге. Все, не надо. Что не надо? Я хочу хоть раз попасть. Возьми еще огурец. Мне надо типа нарезку, что я попал. Хоть раз. Сэм, давай я зараз першу разу попаду. Давай, зараз чекаю, зараз бегу. У меня сегодня прицел сбит, 5 помидоров и 1 огурец не получилось попасть, но сейчас сделает это Миша и посмотрим, получится и получится ли это у него. Готов. Ну майже. Ну майже, давай еще. Давай еще раз и тебе один оставлю. Косой. Давай, поворот, кидай. Не, я не хочу. Кидай. Давай палку. Ну палкой что там попасть? Ну давай. Не, я хочу, чтобы ты попал в раз. Это очень хороший вкус этого. Это... Перемоги. Погнали? Да. А ну... О! Ес! Хоть один раз. Блин, как там гарно. Жалко, что людям это нереально передать. Маленький-маленький город. Видно отсюда, ой, опять что с камерой слух. Что-то вроде мне, вот. Что было видно? Как мы высоко. Блин, песня. Ребята, мы уже спускаемся с Мишей с гор. Уже намного легче идет спуск, чем был подъем, конечно. Но так всегда спускаться легче. Сейчас я догоню Мишу, потому что он всегда идет впереди. Потому что я увидел такую штуку. Бау! Просто нереально. А еще мы нашли гриба. И подарили его грибнику. Грибнику? А кому? Не, сейчас я сниму, как мы с Мишей идем в такой прикольной местности. Идем по тропинке. Да богато я ломок. Это уже было. Это было специально. А ты тогда шлепнулся специально? О, подожди, давай еще раз так. Ты все поставишь в своем блоге, если ты не поставишь, я тебе дам ответ. Чекай, давай только смотри, ты вот так вот широкими ногами тоже, только а ну вот так вот раздвинь. Да, типа, и погнали, давай. Так, спуск уже немного потяжелее. Давай. Главное сраку не поймать. Да, а вот тут такие интересующие. О, бля. Занесло. Аккуратно. Да, ты тоже тут. Знаешь, как надо? Надо вот так в дерево просто. Бать! Поехал. Давай не собирал. Не, мы не собираем. Там собирают сверху мужички. Да? Да. Такое? Yeah. Мы один нашли. Белый? Да, ну хотя мы не искали, но нашли. Ну что, ребята, мы с Мишей уже спустились, мы были на... Сейчас мы покажем, какой горе, короче, очень там красиво. Треба далі, только чтобы не было... На оті. Да? Не. Сейчас. Не, мы были... Нам треба... За деревом мы не будем. Мы были... А, мы были вот на вот этой, вот тут вот.
В общем, мы едем во Львов. Мы решили с фонаря, что мы едем во Львов. Сейчас 11:36. Жесть. А мы тут и шли ночью, жесть, да? Жесть. Вот, так что наш подъем был успешный. Я сейчас вам еще сниму. Да. Машина шериф. И она ездит, можно побачить. Мы сейчас к Тёме, знаешь, я в Орел и Решка. Мы спрятали букет. Если вы будете в школе, то він около трассы под картонным ящиком. Ну, сейчас поймаю одного, сюда. А ну, курица ряба. Короче, мы с Мишей добираемся со школы в Львов, и это просто хана. Мы добираемся сначала в Стрий, со Стрия во Львов. Никого не рубить, короче, таких помилок, які робимо ми. Просто подивіться на ці маршрутки. А ще у водія заклеєна, короче, він мав їхати до Львова, вообще, то маршрутка, а у нього там заклеєно, він вирішив їхати до Стрия. У них тут свої правила. Вот так. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. С вами был Сэм. До встречи!